штурм начнется в ближайшее время. И утром действительно стартовала военная операция. Армию против населения внутри страны, на город, то это, без всяких сомнений, новые киевские власти, очень серьезные решили штурмовать Славянск. Здесь, на год поступка, один человек погиб. После бойцы народной самообороны подошли покрышки и отступили. Сейчас оттуда идет бронетехника силовых структур. Спецназ, который участвует в военной операции против сторонников федерализации. По сути, большинство жителей Славянска прикрывают боевые вертолеты. Вновь постоянно пара дивизий. Сразу же началось пять минут Украине можно.